А для иностранцев другая. Но это логично. По идее. Потому что у нас, получается, эти ребята, которые тянут, они как бы наши друзья. То есть мы им приходим. Они узнали. И пришли к ней из-за реально, там, анонсяшка, там, смешных денег. Они пришли из-за вот этой разницы, базаровской. Она говорит, а ничего, что мы вам меняем, тогда иди меняй сам по госкурсу. Ну, да. Деньги? Ну, и живи здесь. Тогда будешь на ракетку тянуть, если запишешься. И говорит, все нормально. На месте я не понравился. Только вот эти вот. За сколько там, 6 недель подряд. Ну, давайте. Я говорю, мне пятерка евро. Я захожу в магазин. А, у меня пятерка и 20. Побольше можно разбить, а там надо 4 на стену, и там евро, несколько евро. Ну, да, да. Он дает мне 10, 5, 100 мелочи. Я говорю, 5, можно я вам мне еще? Еще, а что с этим шатлом? Не дают? 4 поездки. За сколько?